Ну давай. Пробуем заводить. Нет, ты попробуй ключ воткни. А, ну давай. Тестим. Да ладно, панель приборов еле горит. Дергай капот. Не, без пальцев. Дергай, дергай. У нас 11-е. Гаси примерз еще первый. Да. Будем проверять мы айбокс. Пусковой, зарядный. Скидывал, что ли? Ничего не скидывал. Да это вот ты ключ зачем брал? А здесь лежал, примерз. Да. Ты его забыл. Ну, держи, будешь снимать. Давай. Покажешь, что полная зарядка? Сейчас, секундочку. Индикатор заряда полный. Отключаем. Полный заряд. Пробуем завестись. Поярче загорелось. Поярче загорелось. Это чей это? А я откуда знаю. Это у кого? Как у тебя? Да ладно. Да. Хрена себе. Все. Ни хера не заряжает. Подожди. Уровень заряда. Все. Сдох. Так что не покупайте iBox 10 тысяч. Ни хера он не работает. Короче, снимаем аккумулятор, идем тащим на заряд. Да. А в инструкции написано, заводится до минус 50. На улице у нас минус 14, 14? Дай бог. Да 10, ну, с утра было 14, сейчас, наверное, минус 10. То есть нихера он ничего не заряжает, не запускает даже такие минуса. Не покупайте и не ведите на раскрученный бренд, на их рекламу. Да, стоит это удовольствие. Сколько оно стоит? 4000. 4 или 4,5 что-то. А, да, вот что-то. 4000.
3999. Не заводится ни в какие морозы, абсолютно. Ну, можешь рассказать, что, как он потек, блин. Да, кстати, он потек в минус 20. Сделали сервисный ремонт по гарантии. Сказали, что все заменили, но в итоге как была причина, так и осталась. Только, правда, не потекший. Так что не советую вам его покупать.